Софико Интертеймент представляет. Кто здесь? Кто ты? Просто довесник. Ты должна разобраться в этом. Ты же поможешь мне. В этих тетрадях то, что изменит все сознание человечества. Ты должна их спрятать. Что ты вообще натворила? Зато мы хорошенько повеселились. В именем закона будет уничтожен. По ту сторону сна. Ну вот, уже гораздо лучше. Привет, Настя. Ага, уже приехала. Еще вчера вечером. Да нормально, я доехала, успокойся. Я тебе такого рассказать хочу. Помнишь, я тебе говорила, что до того момента, как мы из этой квартиры переехали, мне снились кошмары. Ой, Соня, ну только не начинай опять, ты же понимаешь, что это все бред. Да знаю, я, но все равно здесь странно как-то. То звуки какие-то слышу. То мерещится что-то. То кажется, что кто-то со спины смотрит. Ну может, тут стены тонкие, и кто-то из соседей громко говорил. Или перенервничала. Успокойся, не съест тебя никто. Просто как-то не под себя от таких глюков. Я уже снипец начала параллели проводить. Я Соня, ты Настя. Ага, и скоро к нам явится Баба, и мы все вместе будем спасать мир. Настя, да хватит уже! Она не психует за всего подряд и живи спокойно. Ладно, ладно, уговорила. Как у тебя-то дела? Точно с ума схожу, как Настя сказала.
какая-то. Может, чертовщина! Ты должен же быть отсюда выход! Кто ты? Я сейчас сплю? Такого не бывает, это бред! Кто? Сколько вас здесь? Тише, не кипишу. Я, конечно, люблю скандалы и истерики, но сейчас не время. Скажи хотя бы, кто ты? Меня зовут Азри. Я ведь уже поняла, что мы во сне, верно? Да, я поняла. Но я не понимаю, кто ты и откуда взялась. И почему на меня так похоже? Похоже? В самом деле. Я сама не знаю, что я здесь делаю. Спокойно занималась своими делами, и тут на тебе оказалась здесь у тебя во сне. Ты серьезно? Что за бред? Если хочешь во всем этом разобраться, просто доверься мне. Тебе довериться? Я тебя не больше минуты знаю. А у тебя есть вариант?